Поклонники сериала «Полночь в отеле Пьера Палас» были огорчены информацией о том, что Хазал Кая может покинуть каст проекта. Спешим их успокоить. Актриса не собирается уходить и будет сниматься во втором сезоне. Сериал цифровой платформы Netflix «Полночь в отеле Пьера Палас» вызвал большой интерес турецкого и мирового зрителя. Поклонники с нетерпением ожидали продолжения любимого проекта, съемки которого должны были начаться уже этим летом. Однако они были отложены. И вот, наконец, мы получили хорошую новость. Официальный аккаунт сериала в социальных сетях объявил о начале подготовки к работе над вторым сезоном. Впрочем, фанам придется запастись терпением. Сериал исторический и фантастический. События будут проходить в альтернативной реальности и потребуется множество спецэффектов. Подготовка к съемкам займет гораздо больше времени, чем предполагалось. Тем временем в соцсетях появилась информация, что Хазал Кая не будет сниматься в новом сезоне, что сильно удивило админа официального аккаунта сериала, который задал логичный вопрос. Разве может быть Пьера Палас без Эсры? Видимо, пользователи соцсетей засомневались, учитывая, что Хазал ждет второго ребенка. Однако напомним, что она начала съемки в фильме «Что у меня получится» через несколько месяцев после появления на свет старшего сына. Предполагается, что Хазал сможет вернуться на съемочную площадку уже летом, когда и стартуют съемки проекта. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.